Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Независимая Федерация Рестлинга, ее генеральный менеджер и один из самых главных анонсов этого года. 24 числа в культурном центре вдохновения, станция метро Яснева, состоится турнир «Высокие ставки». И ставки, дорогие друзья, действительно высоки. 8 лучших рестлеров Независимой Федерации Рестлинга встретятся на этом ринге не на жизнь, не на смерть, а на главный приз этого турнира, а именно 300 000 рублей. И сейчас я анонсирую вам сетку этого турнира. Антон Дерябин встретится с Иваном Громовым. Кристофер Рей будет биться против Сергея Белого. Ронни Кримсон встретится с Джокером. И Иван Марков Локомотив померится силами с Виктором Космо. Но это не все, дорогие друзья, это не все. Как вы все знаете, на Рестлиаде, которая прошла буквально совсем недавно, был разыгран новый титул. Титул чемпиона Москвы по рестлингу. И на этом шоу 24 числа на турнире «Высокие ставки» я назначаю первую защиту этого титула. Чемпион Москвы по рестлингу Серж Салливан встретится с Кувалдой и Тимом из команды «Надежды Америки». Дорогие друзья, мы ждем вас. Вы не должны это пропустить.